14 марта 2018 год, цена хлеба 24, 30, 39, 39, селедка 139, содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Воронежская область, город Воронеж. Селедка цветная, с красителями. Пойдем дальше. Этот холодильник, температура плюс 18. Рабочий холодильник 0 градусов. Возвращаемся на место. Так, селедка хранится при температуре, где-то написано, плюс 5, да? Кот орёт. Рука, морда, рука, лицо. Так сколько там хранить-то можно при плюс 3, плюсовой температуре? Я так и не понял. Это плюс 7 в течение 48 часов. Так, это что? Опять идем на градусник смотрим. Плюс 18. И так уже 2 недели. Снова идем в холодильник рабочему. Градусник с собой я не взял. 0 градусов. Итак. Пришла смс-ка. Суббота. Также интересно, цены на бензин. Наравне почти с Америкой, но в Америке используют электротранспорт. В Германии тоже, в Японии тоже. Япония в 2050 году перейдет полностью на электро. Выбирайте свою область. Хотя нет, вы уже не выбираете. За вас выбирает компьютер и программист, который нажимает цифру. На каждом подъезде
кот недоволен. В каждом подъезде. Лужи вот такие. Второй подъезд. Я совершенство, хочу в президенты. Вот мой аргумент, я против всех. Сейчас это модно хотеть в президенты. Я поддержу само собой новые тренды. А чё бы нет, я очень добрая и милая. Ты поняла, Козлова Ира, где ты, где я? Кобыла мля. В конце концов, хотеть не грех. Хоть интеллект мой пусть и курам насмех, но зато какой орех. Такой орех есть не у каждого. Ведь крайне важно, чем ты кладешь на мнение наших граждан. Подпишитесь на меня, люди в инстаграме. Отмечайте на фото хэштег президентка. Ставьте лайки на предвыборной программе. Вы ж понимаете, у меня нет конкуренток. Я совершенство. Хочу в президенты. Вот мой аргумент, я совершенно не марионетка. Честно, 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 я против всех. И никаких мужиков больше во власти. Я не сексистка, просто рили задолбала. Ворую деньги из казны себе на яхты. Сколько бы сумок от Шанель на них напокупала. Я стану самым добрым президентом в мире. Закрою тюрьмы, отменю все сроки. И в своей скромной восьмикомнатной квартире с премьер-министром сделаем дороги. Ну, смертная казнишка, сори, все-таки будет. Если на ком-то я увижу такой же худи. Но в целом вам не стоит волноваться. Гречи и вода всегда будут по акции. Олечку Бузову в премьер-министре. Она дом 2 построила, построит и отчизну. А ее трек «Мало половины» и «Психологическое оружие» и клевый гимн. Тьфу, ребят, ну вы поняли, к чему я. Ведь сейчас любые фрики рвутся к власти. И наша главная задача — понимать, кто пришел хайпа словить, а кто Россию поднять. Я совершенство. Хочу в президенты. Вот мой аргумент. Я против всех. Я совершенно не марионетка. Честно, 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 я против всех. Ла-ла, ла-ла-ла-ла. Давай это. Вот так. Снимаем. Поцелуй. Ну, сильно, смотрите сильно. Не-не-не, еще вот на вот этой стороне. Я просто ему носом. Да? Тебя не видно все равно. А по-моему стоит потом пока. Давайте, ребят, давайте. Поворачивайтесь. Сюда смотрим. Я такой, по-моему, начался. Да, тут фокус идет. А я поехали, поехали. Селей сюда, до родового. Пошел бильярд. Давайте еще раз, еще раз. Все отлично, только вот эту руку. Мне уже крупнее. Ты уже общий снялась-то. Поехали, поехали. Сюда смотрим. Ага, смотрим, смотрим, смотрим. Ага, ага, ага.